Традиционно начнем с приятных новостей. А что может быть приятнее, чем статистика потерь армии Российской Федерации? Итак, на сегодняшнее утро, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, россияне понесли на наших землях такие потери. Давайте с вами посмотрим. Сегодня 224-й день войны. Я вам напоминаю героического противостояния украинского народа Российской Орде. Личный состав 60 800 штук уже полегло на украинской земле россиян. Танки 2424 единицы. Этот список пополняют самолеты. 266 штук было уничтожено на территории Украины. А также вертолеты. Минус 228 единиц. Отминусовали вооруженные силы Украины и боевые бронированные машины в количестве 5018 штук. Средства ПВО 177 уже не помогут защититься российской армии от наших ракет. Транспортные средства, потери тоже существенные. 3823 единицы. Дополняет этот список ракетные системы залпового огня, которых было уничтожено 340 штук. И далее поговорим о артиллерийских системах. Минус 1407. Корабли и катера. 15 штук. Среди них, напомню, и два флагмана российского флота уже на дне. 1028 БПЛА. И, конечно же, крылатые ракеты идут следом. Минус 246. 131 единица специальной техники уничтожена нашими вооруженными силами. Слава Украине! Героям слава и такими темпами к победе!